Центральной библиотеке Анапы прошла творческая встреча с известным писателем, профессором и краеведом Александром Череминым. Он является экспертом в истории России и раскрывает тайны нашего государства. Чтобы добраться до сути, Александр Александрович анализирует события и находит ответы на многие вопросы. Краевед – автор уже более 100 публикаций и в ближайшее время планирует выпустить новые книги об истории Анапы. Были освещены изданные мною за последние годы книги, где очень много было показано неизвестных событий по истории Краснодарского края, Российской империи, ну и тех государств, которые существовали на этой территории. Встреча прошла, я бы сказал, очень-очень удачно во всех отношениях, задавали очень много вопросов. Ну и огромное, конечно, спасибо сотрудникам библиотеки, которые умеют работать на таком высоком уровне.